Доброго времени суток всем, добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Сегодня наш ролик посвящен нашему рыжему пушистому малышу-коржику, который был спасен, взят моим волонтером Виталиной и ее подружкой Полиной. Девочкам в Инстаграм скинули пост о том, что в одном из дворов на лавочке сидит котенок, у которого проблемы с челюстью. Вот девчонки незамедлительно поехали, забрали коржика. Вот очень долго искали меня, так как я была в приюте без телефона, к сожалению. Вот. Ну и, конечно, Вите всегда говорю огромное-огромное спасибо. Это чудесный человечек, который никогда не проходит мимо ничьей беды, откликается всегда. Если и ее, кстати, парню Максиму, Максиму мы как-нибудь вам покажем. Да, в наших рядах есть и мальчики, что очень-очень приятно. У нас всегда было много молодежи, но, к сожалению, очень многие учатся. Я надеюсь, что в июле приют будут посещать людей больше, июль-август. Ребят, я вас жду. Вот. Ну, а теперь о том, что коржик был спасен, его обезболили, насколько возможно. Вита сразу сделала все инъекции, обезболили, и вечером коржик приехал ко мне. Вот, на следующий же день мы поехали в клинику «Доктор Вет», город Рязань. Нас принял Николай Николаевич и доктор-стоматолог Варков Александр Сергеевич. Хочу сказать огромное спасибо за то, что вы многие откликнулись, за то, что вам была не безразлична судьба маленького коржика. Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто со мной, кто с нами, кто верит, помогает. За то, что уже вы такая моя большая дружная семья. За то, что частичку души вложили в каждого спасенного нами пушистика. Каждый из вас поучаствовал в спасении каждого хвостика, каждого нашего любимого пушистого детеныша. За что вам огромное-огромное спасибо. Ну и сейчас новости из клиники. Как рыжик, коржик поживает. У коржика все хорошо, экстренно ему была сделана операция. К сожалению, были удалены нижние зубки. Но при всем при этом коржик очень ласковый, требующий прям к себе внимания котенок. Моя такая большая дружная семья. Очень бы хотелось, чтобы, может быть, кто-нибудь из вас бы обратил внимание на данного пушистого ребенка, и кто-то из моей большой дружной семьи вдруг захочет стать усыновителем, любящими мамами и папами, коржику. Но впереди у нас еще неделя на лечение. Если кто-то из вас еще хочет помочь коржику, будем очень признательны, потому что, ну, я вам говорила, клиника оплачивается, стационар сутки стоит 1200. Мы будем рады всем вашим 50-100 рублям на оплату коржика. Не забываем, что там у нас еще находится Сандра, белка, которая на долгом длительном лечении. Гришенька, у которого впереди, наверное, сейчас начнется реабилитация. Реабилитация будет стоить у меня 1200. Два курса. Это будет массаж и ванны. Вот. Поэтому каждая ваша копеечка, как всегда, нам нужна. Это большое дело в спасении их. И также я хочу сказать, что неделя стольника продолжается. Спасибо вам всем огромное, кто откликнулся, за то, что подарили пушистикам, поделились своей частичкой тепла. И наши хвостики будут кушать, питаться и благодарить за это вас. Спасибо вам, конечно, огромное.
В общем, неделя стольника продолжается. Коржику, кто захочет помочь, буду очень рада. И если кто-то захочет взять Коржика в семью, буду очень признательна. Мой WhatsApp 8-902-916-10. Спасибо вам огромное. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.